Ну вот, сегодня у нас какое? У нас сегодня 6-е. Вот, Луна проходит рядышком. Значит, созвездие Девы. Вот, рядышком вот с этой звездой. Парима. Вот. Интересно будет посмотреть. Вернее, я уже посмотрел, но это не самое главное. Самое главное будет у нас. У нас будет это 8 числа. Вот, 8 числа будет покрытие Луной вот этой лямбда Девы. Как она тут? Камбалия. Вот, это будет приблизительно, ну уже про это самовалось, так, во сколько же будет видно. Так, давайте 9:30 поставим. Угу. 9:30. Нифига, уже накрыло. Так, ну будем уменьшать, да? О, ну, значится, ну, вот так, ну, где-то вот 9:30, на 20 минут 10 вот. Будет уже забегать, так что, ты где? Вот она. Вот, так что вот такая будет интересная наблюдалка. 8 числа это, вот, 8 будет покрытие Луной. Вот, а сейчас рядышком вот с этой звездочкой проходит. Сейчас покажу. Так, ну вот, звездочка, это Парима Девы, вот сейчас рядышком проходит Луна, возле Паримы этой Девы. Ну вот, явление интересное такое, смотрится здоровски. Ну вот 8 числа, да, будет покрытие Луной лямбды Девы, можно тоже будет посмотреть. Вот. Ну, Луна яркая была, и то я здесь прикрыл немножечко трубу, объектив прикрыл, а то совсем ничего видно не было. Так что смотрел я эту звездочку, снимал на 25-й окуляр через объектив, не стал я ни фотоаппарат вешать, ни ноутбук вытаскивать, чтобы через камеру такую снять. Что-то поленился, совсем поленился. Вот. Так что как-то так. Сейчас еще посижу немножечко до часу там. Сатурн, Юпитер, Марс. Вот. Поднимутся, хочу поснимать, попробовать на камеру. Ну, конечно, будет дрыганье. Ну. Винда 7 у меня глючит, все никак. Времени нет переустановить на 10-ку. Вот. Чтобы не было этого, как говорится.
Ладно, давайте, будем ждать Луны, ой, планет.